В первой школе Карачаевска завершила свою работу лагерная смена. Она стала продолжением образовательной программы «Орлята России», призванной поддержать и развить познавательную активность у младших школьников. На закрытии смены побывала Мадина Каракетова. Если вас пытаются увести силой, вырывайтесь, кричите, помогите, я его не знаю. Постарайтесь привлечь внимание прохожих любым способом. Сегодня последний день пребывания младших школьников в лагере, и это драгоценное время они решили провести с максимальной пользой. В первой половине дня клубы по интересам. Второй отряд сегодня повторяет правила безопасности, которым их учили в лагерную смену. Дети прекрасно знают, как вести себя на воде, в лесу, при нападении собаки и многое-многое другое. В одной из групп дети в течение всей лагерной смены учились разным премудростям сотворения красоты своими собственными руками и из подручных средств. Сейчас мы делаем поделку, она называется «Рыбки в аквариуме». Мне интересно, мы каждый день делаем новые наши поделки. Вначале мы делали аиста. Вчера, например, делали жирафа. Милана рассказывает, что жизнь в лагерную смену у детей была очень насыщенной: походы, познавательные игры, квесты, соревнования. Скучать было просто некогда. Лучшая болельщица города очень сожалеет о завершении лагерной смены, ведь знания и навыки, которые им давали в течение учебного года в качестве дополнительных занятий, в лагерную смену приобрели совершенно другие краски. Советник директора первой школы Айджая Качкарова рассказывает, что эта лагерная смена стала продолжением образовательной программы «Орлята России», направленной на улучшение познавательной активности младших школьников. Ребята по этой программе познают, проходят очень много треков. Трек «Орленок мастер». Дальше идет трек «Орленок лидер», где улучшаются их лидерские качества. Каждый ребенок показывает себя как лидер. Следующий трек «Орленок хранитель памяти исторической». В этом треке мы очень внимательно изучаем историю нашей страны. Занятия завершены, самое время пополнить энергию. В столовой их ждет самый вкусный обед, приготовленный тетечкой Эльнурой, как дети ласково называют повара Эльнуру Уртенову. Этот меню на борщ, потом плов, компот с ягод, помидоры, огурцы, мороженое сегодня, абрикосы есть у нас. Вообще-то вот детям все нравится. Мне то, что нравится детям, что они мне не то что спасибо говорят, они говорят вот так: спасибо вам большое, очень-очень вкусно. И мне так приятно. Спасибо, Эльнура, очень вкусно. И вот он, волнительный момент расставания с лагерной сменой. Группы и их воспитатели подготовили интересную программу, включающую в себя театральные постановки, викторины и концертные номера. Это было красивое и немного грустное расставание, но недолгое. Не за горами очередной учебный год, и эти дети вновь придут в любимую школу, не только отдохнувшие, но и подкрепленные массой новых знаний, умений и навыков. Мадина Каракетова, Ренат Муков, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.